Мы подарили вам мюзиклы «Кэтс», «Мамма Мия», «Красавица и чудовище», «Зорро». И вот теперь театральная компания Stage Entertainment с гордостью представляет легенду мирового музыкального театра. Блистательный бродвейский мюзикл «Звуки музыки». Великая история о любви, основанная на реальных событиях, буквально потрясла мир. Более 45 миллионов зрителей посмотрели мюзикл «Звуки музыки» в 23 странах. А одноименный фильм с Джули Эндрюс в роли Марии фон Трапп по своей популярности стал абсолютным лидером мирового проката, обогнав по количеству зрителей «Титаник» и «Аватар». Захватывающий исторический сюжет, красивая музыка, песни, знакомые с детства, искренняя романтическая история, одинаково интересная зрителям любого возраста, принесли мюзиклу «Звуки музыки» 5 премий «Оскар», 8 премий «Тони», 2 премии «Золотой глобус» и большую зрительскую любовь по всему миру. И вот, наконец, впервые в истории масштабная и зрелищная постановка мюзикла «Звуки музыки» на российской сцене. В главных ролях Наталья Быстрова, Лиза Арзамасова, Ирина Линд и другие известные артисты театра и кино. Не пропустите, это действительно нужно увидеть. Приходите вместе с дорогими и близкими вам людьми, с вашей семьей, детьми и друзьями. Билеты на премьерные показы уже в продаже. Главная премьера сезона. Мюзикл «Звуки музыки». Театр МДМ. Октябрь 2011 года.